Так, дубль номер два. 519 номер. Открываем. Заходим. Посмотрим, как мы живем. Так, вот. Начнем. Сейчас разденем все это. С этого. С ванны. Так, ванна. Раковина такая. Есть полотенцесушитель. Фен. Значит. Ой, сегодня все поменяли. Да. Каждый день меняем, кстати. Да, где? Полотенце тут. Поменяли. Меня, да. Вот душевая кабинка простенькая, но удобная еще тут. Без наворотов, минимум всего, без на полу стоишь. Моешься вот там. Правда, этой нету. Шампунь нашел, в это не сливается ничего, свои нужно. Потом туалет, вот тоже все чистенько. Вентиляшки, свет, все нормально. Стираться вот в раковине можно и так. Или за 300 рублей. Так, вот наша комната. Ну, они тут были разведены. Кровати, мы их сдвинули. Вот. Две тумбочки там. Вики с рачетом. Молчать. Вот. Так, балкон. Ну, только летом пользоваться можно. Курить нельзя, посидеть негде. Не знаю, просто так. Дышать свежим воздухом. И там же пофоткать, например. Вот. Все нормально. Ну, батарея так почти. Ну там на максимум поставили, мы приехали за это. Замерзли. Кто-то. Сейчас тепло. Так-то потом тепло. Че тут? Ну тоже постельное белье. Все там. Каждый день меняют. Меняют. Ну, каждый день. Не да. каждый день, каждые три дня. Че-то. Полотенце почти каждый день там. Так. Ну там хорошо. Телевизор есть. Там есть, что тут, чайник есть, две кружки выдают, и там две ложки мелкие. Ну, правда, мы их выкинули. Так, тут у нас холодильничек вот такой тут. Вот. Тут у нас, это, там сувенир, тут полки под этот. Ну, обычно здесь можно сдвинуть в кровати. Ну, как бы у нас столик для питания и для выпивания вот этот. Вот, там... Стул один, да, я сижу на стуле, вот. Что-то еще. Ну, вешалки там на второй можно закинуть что-нибудь ненужное. Пока, вот, или чтобы не мешалось. Вот. Вешалок тут. Четыре штучки. Что там еще у нас? Так, моют, заходят в уборщицу, моют тут все это, вот это. Кафель, да. Там, наверное, пылесосит. У нас да. крошки. Утром были крошки тут. Вика там уронила что-то. Я не уронила, у меня песочный кружок развалился. Ну вот. Посвинячила она, короче. За ней убирали, короче. Вот. Тут тоже у нас свечи, короче, тут. Вот дверь так курить нельзя. Тут датчики везде стоят. Вот. Ну, то зеркало. Себе там куча выключателей. Центрального освещения нету, правда. Но зато есть маленьких много. Тут две. Вот. Есть раз. Такой. Есть такой. Также на той стороне. Вот. Розетка там что-то. Там побольше у тебя выключателей. Это вот, розетка. Смотри. Оп. Включает. Если вот там это. Выключено, то это можно. Это, то есть включено. Ну, как-то так, короче, там разберутся жильцы. Ну, я что-то не разобрался, я не пользуюсь. Мне как бы света хватает этого, ночников. Телевизор, он можно включить, чуть-чуть глючит. Потому что вначале тут нужно каналов, сколько, 20 каналов. Первые 5 рекламных. Вот. Вот эти. Первое, пятое, что-то такое, а потом уже, ну, рекламных местных, короче, или что-то какие-то там, вот. Вот и все. Вот. Забудьте все, мои деньги. Раз, два, три, четыре, после шестого, даже шесть рекламных, и дальше пошли, там, музыкальные, радио, там, все такое. Вот, выкинуть сериал этот. Ну, в общем-то, и все. Вот такое ковровое покрытие. Как ковролин или как это называется? Короче, вот. Ну, конечно, все за топтано.
конечно, у нас ей сколько лет, там куча. Потом еще вот тут бегают маленькие эти, сейчас покажу. Тараканчики, не тараканчики? Муравьи лесные. Где-то они тут тоже не любят тусоваться. Блин. Они почему-то, ну, вроде лес далеко, а вот они тут немножко. Ладно, ну не там какие. Давай. Ну ты. Что там было? Ну, гранаты? Гранаты, да. Ладно, ну, этих нету. Ну все, всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, не забудьте подписываться на канал. Вот. Вот. Так. Всем пока. Миша, это не твое. Пока! Пока!